Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачы. Канирибла августис. Герендхури районе Ирак Казмарин таможнидал. Вичи Азербайджан Республика Дин Патай. Тэквондо паралай спортин виддай. Канису садлахи эфирда дюнияда Лефи Олимпиадада. Садлахачка кунувай. Вавичи Ирибине Ахсэ районе Ухулрин хурайтир Радик Исаев чинака инал каршиламишта. Имера катта, мэрэн хэрэн район дин культура дин полин пешекаратер зюрне чири. Пайда харва лозунгар гвай мектеп да келзавай айалри. Валезги халк тэх рик позвай хейлин нилдашри, яке ашка дивди иштеракна. Ичахи дэстэ дин кэле мэрэн хэрэн муниципальный район дин кэл Фарид Захидинович Ахмедов. Администрация дин Сажерге жавабдар хуллух чияр галаз аквазнавай. Хэтэн да каз кэйда мун лазим яки. Имэры катта олимпиада дин чемпион. Кызил дин медал дин сахиб Радик Исаеван играми диде. Эмэр дин юлдаш. Абрун аялар ва хейлин макрилярни атанвай. Хөрмәтле диде инхеке күвелет күбер бакалук эхал лезге ха радик фахкез вичаз кызыл ди медал гоз иночна каршылаймышта күн диде яз көсекте фикер арава күвелет ди кақыни юкуз чан ди сағы бол вичирик ава мурад вича кақына атама жемятан юрис сақ көй харсо вичи балар кешад хой хикте агоқнар күвирда йоларыз Күйін ғадан, қажын ғыз тамаштан олимпиадады ғам қуады. Да, қанса келек нұзуан, келек нұзуан. Мәдіне... Шат қанчыз, ғызап шат қанчыз. Мәдіне көуа жүйіл ұқтар қауышылы жүді радик сұқады, ама хина машғыл көйде спорт, адарик спорт ол хи қана. Әді спорт ол, антифей спорт қана шама. Боксин фена, футбол дин фена, мәд маса амбрызны фена, конец едала санит қана, ма тек ондудам. Чан диде, кезнем баракра, хакти кэхал лезги хва, чаз баришнува, сахко яла, агал куна хуйка. Сахко, Аллах кимя хуй кез. Юри сахко яла. Чан вах, инхе, кюмир дин юлдаш, радик кэх кез ва исяти нолар гатта, и браза чез радик схадин кюмили дарит ушны, кез вушл хузганзва кюмир дин юлдаш дин агал куна ракахини юкуз. За мубарак сой чез, вичу челик эва мурадих агат нам, чи вирбри муратир, вичу садлан яке агал куна хуяла, стюнсти чан ди саволгой. Ахпа мадланди кедерешрага гакой. Вирбрик оле я Аллах тишад якархой. Сара чанвах. Кибалаярны бахтлыку. Кибалаяр кедерешрага гакра. Сара чох сау сакой. Олимпиада дин чемпион Радик Исаев, Адын Халисантар Абдурахим Илединович Исаевья. Каршыламышын патолди Дагустан Республика дин Тэквондо спортын жырадай федерация дин президент Алибек Мехамедович Сулейман Амни Мухман Ханвай. Нет, я думаю, он не остановится, почему? Потому что видно, по его рейтингу видно, у него пока нету равных. Это на самом деле лидер. Пока на данный момент он доказал это и подтвердил, нету. Ну, иншаллах, мы тоже в Дагестане, вот молодежь растет, есть поколение растущее. Будем расти, так и чемпионов. Вот тренер Радика Исаева, первый тренер и основной тренер его, который воспитал этого чемпиона. И мы его поддерживаем. Магомед Саид Джамалудинов. Что можно сказать? Парень, я уверен был, что он Олимпиаду выиграет. Очень сильный парень. Не то, что в России, СНГ. У нас в СССР не было такого человека, что выиграл Европа, мир, Европейские Олимпийские игры и Олимпиада. Хочу что сказать. Огромное спасибо этому парню, что нас всех поддержал, всех дагестанцев, весь Россию. Ну и Азербайджан. Огромное спасибо. А какие особенности вы видите? Ну, особенность, он уникальный мальчик. Уникальный мальчик, у него все, то, что он делает, все особенное. У других такой техники нету. А правда, что он на финал выходил с травмой? Нет, такого травмы не было. Он чуть-чуть нога болела, честно говоря, а такого сильнейшего травмы не было. А вы верили, как тренер, то, что он победит и возьмет золото? Я с самого начала сказал, что я верил, что он уезжал на Олимпиаду. Я ездил его провожать в Баку. И там, когда я с ним разговаривал, я уже по разговору его
узнал, что он уверен на этом Олимпиаде, что он станет первым. Вас тоже поздравляем. Спасибо. Почему вы отпустили Республику Азербайджан, такого сильного спортсмена? Если бы, конечно, мы его туда не отпустили бы, нашим братскому Республике Азербайджан не был бы на золото. Вот сейчас, короче, мы вырастили Дагестан, помогли, короче, Республике Азербайджан, чтобы они тоже завоевали в этом году в Олимпиаде золото. Поэтому мы всегда должны поддерживать братские отношения и с соседними республиками. А так, от души поздравляю еще раз и нас, и их, что у нас есть такие достойные. Ура! Лезгинские. Ура! Не только Азербайджан, Дагестан, всю Россию. Спасибо за то, что вы так поддерживаете нас. Под большой, большой поддержкой приехали поддержать нашего героя. Все вас поздравляем, ваши ощущения, вот вас принимают здесь ваши земляки, ваши родители, главы муниципальных районов. Что вы ощущаете? Знаю, да, радость, да, своей нации, своей страны же, хоть и за другую страну выступаю, да, чувствую эту поддержку. Хвала Всевышнему, всем большая благодарность за то, что так тепло встретили, жесть. Что еще сказать, жесть. Жмохи, лезгича, лодка, вау, служит. Сара, лезгия. В дальнейшем какие планы у вас? Пока чуть-чуть отдохнуть, а так вперед не смотрю, иншаллах. Чуть-чуть отдохну и все, посмотрим дальше, видно будет. Еще раз наши искренние поздравления. Я не чувствую, что я не могу.